Ребят, всех приветствую. Как вы уже поняли, с вами Левша. Сегодня у нас понедельник. А это значит, что вчера было воскресенье. Да. У нас сегодня «Стальной охотник», ребят. Сегодня вышел «Стальной охотник» 2021, эпизод 2. Хрен знает, какой сезон. Я буду играть вместе с Инспирером, Дезертодом. И вот я. Мы поедем втроем во взводе играть. И интересно, Макс Ливнёс со стрима или нет. Черный юмор. Ты только стримишь или еще где-то работаешь? Я еще работаю где-то. Я развожу еду, я работаю таксистом и развозчиком пиццы. При этом пиццы, короче, у меня своя фирма, я сам готовлю. Вот, всю ночь готовлю, весь день развожу, а вечером стримлю. Вот, и я как раз сам развожу, еще таксистом подрабатываю. И меня беру точку, например, с одной точки до другой мне надо доехать, по дороге еще клиент в такси вожу. Ну, короче, максимальная продуктивность, пацаны. А вообще история из жизни, короче, я как-то заказывал еду домой, вот, и приехал доставщик еды, я открываю дверь, он такой: «А, Левша, дайте обниму», и такой этот, ну, постоянный, он еще, я на тот момент еще в Инстаграме что-то, помню, вел активней, он такой: «Я смотрю твой Инстаграм, твои стримы смотрю», и все, 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 молодой пацан, короче, вот. Все, поехали, ребят, топ-1, это наша команда. Наконец-то, пиздец, закончили. У нас команда называется «Черные папуасы». Только на Вотэкспрессе. В смысле, а почему папуасы? Давай черные жирные папуасы. Давай я сейчас поищу на Вотэкспрессе инфу. Знаешь, Стара, ты на Твич стримишь? Сейчас не стримлю, потому что вы же ебанутый, наверное. А то мы тут собрались уже развивать тему. Не-не-не, не надо, блядь, я же... Я один раз с вами на Твиче постримил, идите нахуй. Вот что я вам могу сказать. Для стрима все, стрим заруинил. Так довели бы старого, да? Еще раз говорю, можно вкатить, я изуну капкан. Сейчас я приеду. Кто насрал? Бля, на меня до сих пор... Они насрали. Никто. Блядь, Инспирыч, давай, я вкатываю. Живи, старый. Блядь. Никак, у меня двигатель был сломан. Вам надо хилку, хил этот, забрать, заберите мой лут. Забери мой лут, да-да-да, спрячься за ним. Просто стой на луте, давай-давай. Хорош, все, хорош, молодцы. Давай, ты одного, я другого забираю. Давай-давай, Левша. Давай, лутай. Как-то. Нет, нет, прямо видим, видим взвод, упарываемся. Короче, я не рассказал вам историю о том, что почему это для киберспорта очень крутой формат. Ага, вот, угу. Первое, смотрите, его действительно интересно, в него интересно играть взводом. Солу ага. Тоже интересно, мы берем, вот, ага. Я имею в виду вообще пушка. Первое. Во-вторых, зрителям будет интересным взводом смотреть личные стримы этих взводов. Дальше, это интересно комментировать, и постоянно происходит экшон на карте, ты можешь это показывать, будучи комментатором, например, если какая-то камера. Да, а и самый главный факт, что даже на, ну, как говорится, с уважением к Константину Джову, да, но он сейчас мало в танке играет, вот, ну и сил занят своей там. И даже, как показала практика, там ребята, которые не так много играют в танки сейчас, но что-то в них хотя бы немного понимают, могут занимать в соло топ-1, а взводы могут занимать тоже хорошие места. Слушай, я должен сказать, что вот то, что ты сейчас говорил, это все относится только как к взводу. Вот, и я к тому, что в первую очередь, когда среднестатистический игрок может взять и поиграть в него, да, просто там поучаствовать в команде еще и там побороться за какие-то места, это очень круто. И это все показывает еще нормально. Эх, я хуй знает, сколько я играл в соло вот для этих турниров, вот это вот все, это такое говно. Вот, нет, я теперь в первую очередь по взводу, но соло тоже интересно. Погнали, 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 погнали. Вижу пробитие. Погнали, погнали, дайте я возьму, у меня нет хп. Ага. Стой. Давай варяга фокус, варяга фокус. Заходим. Зайди, Левша. Макс, пробиваешь свою, нет? Варяга. Всех фокусим. Варяга! Давай, варяга. Мы сейчас потеряем Инспирыча. Точно фокус. Макс захилялся, нормально. Закрой сейчас этого. Сейчас шалкурю заблочу. Не смог, блять. Он кинул хуйню на пол, все, окей. Макс, убегай! Он не убежит. Я не могу, он хуйню на пол кинул, ребят. Блять, тебе пизда, походу. Сука. Мина же, блять. А, он минус. Пробуйте его колупасить там. Да, этот варяг. Это хилься, слышишь, Левша? Хилься об мой труп, да, хилься об мой труп, чего? Бегом. Все нормально, бля, он тебя сейчас выдавит.
Все, хорошо. Да, ну, отлично, отлично. Этот труп отлично. Тоже, этот труп тоже лутай. Это Дезик лутает. Он на хилах, все, окей, мне скилл. Ладно, и этого забирай, я вот этого заберу. Да. Бля, ну я кое-как, ребят, подхилял. Не-не-не, а там, знаешь, что мы допустили ошибку, надо было заблочить там с Дезом его жестче. Ну, да, да, я конечно. Вот что-то протупил про блок да, Валькирии. Да. Ну, вот внизу лут соберите, внизу лут соберите. Я поеду заберу. Вот. Я к тому, что если ВГ действительно захочет и сможет, это может очень крутой соревнование. А еще есть у этого режима самое... Слушай, мог бы направо поехать, слышишь, там две штуки, я в эту заберу слева. А еще у этого режима есть самая, блядь, главная фишка, которой просто буст будет именно для ВГ, как для игры. Ну. Привлечение новых пользователей, потому что сюда заходит чувак с первым уровнем игры в рандоме и можешь начать играть в этом режиме. Он фантазирует, просто пиздец. Я не фантазирую, чувак. Ты как будто в Нарнии живешь. Не, он все правильно говорит, но чел, почему-то ВГ. Дай мне бюджет, дай мне время, я тебе заебеню такой. Да тебе дали бюджет, ты киберспорт проебал. Какой мне бюджет? Ты, блядь, наебал нахуй полваргей. Мой бюджет, который мне дали, это по губам провели, вот то, что выплюнули, и вот за щеку что осталось, вот это мой бюджет, блядь, был. И вот с ним попробуй что-нибудь сделай. Ну нормально, мне такой же бюджет на 10 лет подарок прислали, блядь. Нихуя. Вот. Я к тому, что так что не надо про бюджет здесь рассказывать сказки. Не, я про другое, смотри. Я говорю, нормально. Ты что, туда упер один, алло? Да я нормально, я это лутаюсь пока. Мне же надо быстро. Вам аэродропы надо собирать, езжайте куда-нибудь. Ну как бы да. Ну погнали в центр. На той стороне аэродроп. Ну и что ты? Я считаю, что мы не залутаем аэродропы. Вот это аэродроп, ты на Орликине, чувак, ты можешь крысить аэродропы на ура. Едь туда и крысь, тебе подъедет ДС. Не, я подъеду, но я думаю, ему въебут сейчас просто. Да, конечно, туда нельзя ехать. Собирай по дороге эту херню, ДС. Нельзя есть. Левша, у меня здесь дохуя лута, вернись. Короче, лутай, я тоже здесь буду лутаться и все. Блять, вам без аэродропов никого не спасет. Старый, ты сдох, блядь. Все, старый, иди. Не, это с уважением, Макс, но сейчас ты херню несешь, потому что мы не можем их залутать, мы слабые, и нас двое. Там ко мне какой-то чувак на карте светится, какие вы слабые, вы только что взвод убили, у вас много, блядь, опыта, хп, блядь. У нас, кстати, да, мы не такие слабые, левша. Вот этот наверху лутай, Дэс. Да заби... Да, блядь, господи, нахуй! Может, ты за меня поиграешь, инспирит? Да? Я бы с удовольствием, блядь. Может, ты мне еще, блядь, это управление бота примешь? Я бы поиграл, блядь. Да ты сдох уже, блядь. Сдох, блядь, я почему-то. Так а нахуй ты въехал? Я говорю, у нас хп с левшой, подожди за углом, не прись. Блядь, ты все равно нихуя не поймешь, даже если я тебе объясню, почему я заебал. Я лучше зрителям объясню, блядь. Потому что надо было тот дроп взять, понимаешь? Тот дроп, который, блядь, получился. Надо было, блядь, не сдохнуть. Ну, если бы они взяли этот дроп, вы бы сдохли все там, нахуй. Один левша бы убежал бы и крысил сейчас, блядь. Дес, слева прими этого, надо добить чувака. Едь за ним, Дес, пожалуйста, умоляю. Да подожди ты, не кокококай, да, я забери заберу дроп. Забери этот аирдроп уже, все. Левша, ты заберешь орлика? Старый как навигатор, который не забьешь. Вот этот аирдроп, вот этот аирдроп. Можно я его замьючу? Нет. Там трое. Аирдроп слева забери. Да, чувак, там не убегай, убегай. Я понял. Там 2600 хп, да, давно валяет. Не, там не 2600 хп, там уже, блядь, 8к. Да иди ты, не кукарекай уже, ну. Беги, глупец. Голубец. Просто я ее занухил. Там 8к хп. Там есть 3 полных, блядь, валькирии. О, у меня есть. Они нас будут ебать сейчас, слышишь? Еду, подъезжаю. Слушай, вы в 2 валькирии. Давай это. Равина. Они меня пустят. Вот я равина в упор, сука, не вижу. Можно, давай, блядь, по-человечески? Нормально. Я сейчас закай. Блять, он заехал в спин. Нет, или заехал, сука. Мне надо его, чтобы убили срочно. Я добью. Я его залутаю. Слышишь, старый? Да, лутай. Не перекрывайте варяга! Аллах Акбар! Блядь! Сука, я ему косарь пиздёхал! Блядь, трамвай приехал! Я сотку летел, блядь! У меня снарядов нету, блядь! Блядь! Бля, это было сильно.
Стасик, наверное, а Витасик охуел. Это надо будет посмотреть, как это попадем, значит, убьем. Ты надо посмотреть, как у меня это на экране выглядело. Как? Просто, блядь, у меня такая туша летит, блядь, в стену. О, пойдем, пойдем его забирать. Поехали сюда, ребят, сюда. Иду, иду. Бля, как хорош, да, бля, просто порвало его. Там орликины хотят своровать нашу еду. Ну, почти седьмой, 150 опыта осталось. Вон, я зелененькую заберу и все. Нахера ты тратишь эту штуку? Вообще не адекватно. Чтобы успеть тратить тебя. У меня 150 опыта ее. Зря забрал, бля. Взяли, потратили эти штуки, ситуации старые. Кстати, интересно, БК можно в этой хрени? Так, поднимайтесь забрать? Наверх, я внизу останусь тогда. На всякий случай. На всякий случай останусь. А хули там, блядь, переться-то наверх уже? Слушай, а может сдохнет? Слушай, не помогаем. Да не сдохну я, чувак, мне даже 0 урона, блядь, дал. Я все откилял. Смотри, смотри, он реально тебя не может убить, блядь. Нет, он мне дал весь барабан, только я откилял его. Тогда, я ж про это и говорю, ты юзанула билку, блядь, он тебя вообще нихуя не снял. Следующий давай, следующий барабан, окей, пошел, пошел, пошел. Хорош, 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 хорош. Умничка, 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 молодец, молодец. Все, восстановил. Ай, не попал, ну ты пот. Он где прыгает? Здрасте, блядь. Довели до суицида, пацаны. Чувак, два барабана, блядь, влила, у нее там хер да маленько отпал. Не, ну нормально, в принципе, хорошо сбалансированный, блядь. Сбалансированная техника. Ростик норм так. Т-44-100, да, хороший танк. Ну, один из лучших прям в игре. Ай, не слушай его. Нет, это не вот на. Вот на Т-44-100 не пизди, не надо. Ай, не слушай его. Танк реально топовый. Есть огромное количество танков получишь. Давай, скажи. Средние танки. 130 ПМ. Кто? Ты 54. Скорпион, блядь. Давай. 130 ПМ. Прагета 46. Всё. 54 первого образца, блядь. Чего? Любой, блядь, танк. Ты вообще в танке играешь? Защитник, блядь. Ты... Любой танк лучше этого говна. Ты долбоёб, что ли? Ты расскажи, блядь, о том, как ты будешь... Раз ты в танке расскажи, играл. Как будешь хуй сосать от взрывов и пожаров, блядь. С первого выстрела в бою у тебя взрыв или пожар. Это покинь, вот это он говорит про Т-44-100. Да, это я говорю про Т-44. Тебе любой, про любой. Тебе любой, про любой Т-44, да, блядь, забей, левшан тупой. Да. Все, на этом можно и закончить. Единственное, кто ему может конкуренцию создать, это прожета 46. Все. Короче, чувак. Не слушайте, не слушайте. Не покупай эту хуйню. К ним... Не покупай. Ему рекламу. Да, бля, она бесплатно дается. Не покупай, это говно. Вот, так что этот. Левше, блядь, Ростелеком оплачивает, блядь, сиську, при которой он присосался. Т-54... Он будет рекламить это говно до упора. Т-54 образец лучше, чем Т-44-100. Удали нахуй танки, блядь. Да, да. Пожалуйста, просто покинь, блядь, эту игру, давай играть в другие игры будем. Да, да, значительно лучше. Да, Дэс, куда ты поехал опять, а? Да, блядь, лутать город надо, вы куда попёрли? А Дэс, у тебя что за велик такой? Я фотки видел как-то, необычный какой-то. А, ты про лежачий велосипед? Да, 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 да. Лежачий велосипед. Прикольная тема? Охуенная тема. Охуенная. Самое, знаешь, что классно? Его никто не спиздит. Потому что он даже не понимает, что это за херня и как на нем ехать. Короче, отвечаю. Внимание, на этом велосипеде ты получишь больше, чем если ты будешь на огромном красном новом Феррари ехать. Блять, вот каждый останавливается. Из-за меня чуть 2 ДТП уже не случилось. Чуваки засматриваются и не видят, что впереди красный загорается. А на нем этот, получается, нагрузка со спины снимается? Да, да, да. Ты просто лежишь и давишь на педали. Но в горку тяжело ехать, потому что ты весом не можешь нажимать на педали. Угу. Ты хочешь сказать, что каждый выстрел будешь пробивать? Понятно, блядь. Макс, нахер ты забрал? Ну, блядь, ну нахуй ты, блядь, спиздил-то? Ну, пиздец, мне, блядь, прокачаться надо. Ебать, я второго левела. Он взял спиздил, блядь. Только не пизди нахуй, блядь. Нахуй ты нужен, тупые, блядь. Нахуй ты приехал, буду, блядь. Пёс. Просто ничего вам объяснять даже не надо, блядь. Просто воюй, блядь. Стукни, нахуй. Воюй, воюй, блядь. Это старая школа, ребята, виртуальных войн.
Ты мне, блядь, еще расскажи, что надо одного раскормить, блядь, а второй там подсосется. Нихуя, давай, блядь, меня вот въебут, хуйней, давай, меня въебут, хуйней. Блядь, и ты нихуя один не сделаешь. Хилься, сука. Вы так ругаете, я вообще не понимаю, вы же танки играете. Как мы, блядь, с инспиром умрыгаем? Ребят, посмотрите, пожалуйста, у него вена вздулся у старого на вебке или нет? У меня, блядь, жопа вздулась, нахуй. Мне кажется, у него вебку, у него уже вена вздулась. Самые контенты сейчас... Она лопнет, короче. Танкуй, пес. Веб... Ну, зато просмотр, Макс, будет. Я хуй пробью, блядь, все красное. За спину заезжай. За спину заезжай, да. Я блочу его, ты за спину заезжай. Нет, Сарж, ты должен за спину заезжать, ты я взял. Оставь, у него снаряды, оставь, блядь, оставь, не пробивают оставь, в лоб. Оставь, долбоёб! Поехали, блядь! Блядь, ты тупой и глухой ублюдок, сука, стрелять нечем, блядь, ты слышишь? Нахуй он в топе, блядь, все обнес, дроп, блядь, трупы. Пёс, блядь, расходок нет, снарядов нет, нахуй ты его лутаешь? Это старый, он жадный. Сука, глухой, блядь, и ноль реакции еще. Нет, он когда надо, он тебя не слышал просто. Ух, хера, пацаны насобирали. Целый урожай. Я доберу, а не доберу. Давай его вместе. Добирай это все. Блядь, старый ты, конечно. Вчера я был комментатором Project Winter, сегодня комментатор Стального Охотника. Держу в курсе, ребят. Попади. Понятно. Бери аирдроп. Хорош. Я этого золотого аирдроп бери. Спасибо! Спасибо, ёбаная глухая хуйня! Лучше бы просто раньше мне дал и все, и нахуй бы мне ничего не надо было. Тебе даже жена не дает, иди нахуй. Не, вообще-то у него двое детей, не пизди. Они от соседа. Ну, это случайно просто. Она была немножечко пьяна. Это ты, а ты злой, потому что... Поехали, блядь, вот этого убьем, чувак. Вот здесь. Ты вот, злой, чувак, потому что тебе твой мужик не дает. Я так, ну понял. Что, я так и понял. Вот ебали бы как Джова, был бы доволен. Константин. Есть ко мне, блядь, там чувак. Блядь, грустный, глухой, есть ко мне, блядь, ко мне. Да, ну, я на мост поехал. Нет, да, сам к тебе реально как к собаке обращается. Такой... Ко мне, там, еще скажешь, к ноге, к гусенице. Так поэтому я его игнорю, блядь. Пошел нахуй, пес. Иди сам воюй.